Бесплатная швейная мастерская для переселенцев. В Северодонецком офисе благотворительного фонда «Восток СОС» появилась новая услуга. Желающие могут самостоятельно починить или перешить одежду. Оборудовать комнату швейными машинками и оверлоком помогли неравнодушные жители города. Швейная мастерская, которая открылась на базе благотворительного фонда «Восток СОС», оборудована тремя швейными машинками и одним оверлоком. Бесплатно воспользоваться ими может каждый переселенец, желающий заштопать, подлатать или пошить вещь с нуля. Ну, в офисе у нас работает швейная мастерская. К нам могут приходить переселенцы, женщины, мужчины, неважно. То есть воспользоваться нашими машинками, плюс у нас можно воспользоваться еще оверлоком. Уже люди приходили, конечно, пользовались. В основном сейчас пользуются, подшивают штанишки, юбки, готовятся там к школьному сезону. Пока взрослые вот на этих машинках чинят свои вещи, дети найдут себе занятия по душе в импровизированной игровой зоне. Здесь они могут порисовать красками, карандашами, а также почитать книги. Книги для библиотеки «Восток СОС» прислали из Киевского благотворительного фонда. Популярной среди детей читателей является серия романов о Гарри Поттере. У нас широкий спектр гуманитарной помощи. Наша организация, кроме этого, осуществляет психологическую помощь. У нас работают психологи с людьми, перемещенными. Есть группы специальные, организуются там всевозможные, и библиотека, то есть и швейные мастерские, гуманитарная помощь вещами, гуманитарная помощь продуктами. Ежедневно за юридической, психологической и гуманитарной помощью в офис благотворительного фонда обращаются более 10 переселенцев. Дарья Расторгуева-Куценко, Алена Казак, Подия.